на доске нам сам треугольник с косой 1 и основание 2. Здесь угол 75 градусов. Требуется найти острый угол альфа. Поехали. Значит, 75 градусов у нас достает 60, имею право. Это здесь тоже стирать. Значит, ну, разумеется, тоже 15. Здесь 15 запишем, тогда остается здесь 60 градусов, если нет, то значит это 30. Вот это сейчас обозначим на x. Да, и петенуза будет 2x. Треть 60 градусов будет х под корень 3. Под корень 3. А тогда останется здесь х под корень 3. Что сделать? Равнобедренный треугольник, значит, эти стороны равны. 1 минус х под корень 3 равен 2х, 1 равен х, прямо за скобки выносим. Обе части умножим на отрицательное выражение, тогда получим. Там единица. Мы нашли x. Нашли x. Вот это, если x, а вот это сейчас 2 минус x. Потому что сумма всего 2. 2 минус x. Переместили в левую часть, а в правую. Значит, видно, что это равен под корень 3. Или же ламовый рисуем рисунок. А здесь всего 1. То, что дано, было дано в начале. Здесь 2 минус х под корень 3. А здесь также можем записать вот так. От нас требуется найти острый угол. Тангент альфа равен единице, деленный под корень 3. Это что иное? Альфа равен 30 градусов. Здесь найден 30 градусов. Большое вам спасибо, что следили.